общем, вот это вот приехал шаттлбас, который возит туристов на пляж GBR, Jumeirah Beach Residence. Вот на нем сейчас мы поедем. Первый раз мы съездим, наверное, на шаттлбасе, а потом посмотрим, и как пешком добираться на пляж, потому что в целом, хоть он и очень плотный, и очень часто ходит этот шаттлбас на пляж, но все-таки интересно, как и пешком пройтись, и сколько это времени займет до пляжа. Вот, потому что мы эту гостиницу выбирали из-за того, что она относительно в пешей доступности к пляжу Jumeirah Beach Residence. Почему Jumeirah Beach Residence, я тоже это дальше объясню в обзорах, когда я вам покажу пляжи, которые основные пляжи, которые есть в Дубае, которыми пользуются туристы, большинство туристов из бюджетного сегмента, потому что есть не бюджетный сегмент, и там немножко дела обстоят по-другому. В общем, друзья, идем в шаттлбас. Друзья, на часах 12:01, мы отправляемся на пляж GBR, Jumeirah Beach Residence. Сейчас мы посмотрим, сколько составляет время в трансфере от гостиницы Windham Dubai Marina 4 звезды до пляжа GBR. Значит, трансфер ходит на пляж каждые 30 минут. Это очень-очень удобно, потому что в других гостиницах трансфер гораздо неудобнее. Значит, единственное, перерыв с 12:30 до 14:00. В это время трансфера на пляж нету, поэтому рассчитывайте свое время таким образом, чтобы вам было удобно посещать пляж GBR на трансфере от гостиницы Windham Dubai Marina 4 звезды. Итак, мы приехали, уже выходим из трансфера. Значит, время от гостиницы Windham Dubai Marina 4 звезды до GBR составило всего лишь 7 минут на шаттлбасе. Это очень удобно, очень быстро. В общем, выходим уже из трансфера и пойдем дальше уже непосредственно на сам пляж. Мы уже находимся на пляже GBR. Людей немало, но немного. Здесь достаточно места, чтобы расположиться так, чтобы не сидели на головах у вас другие отдыхающие туристы. Первое впечатление положительное. Мне нравится. Здесь интересные виды. Значит, вот за мной
колесо обозрения. Оно еще не готово, но уже скоро должны его запустить. Но тем не менее, буквально год назад еще здесь были нефтяные вышки.